Мы на месте. Мы приветствуем Валерию, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Я даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Валерии, под ногами, 360 градусов вокруг нее. 2, 3, сканер сканирует все 7 тонких тел Валерии, находит все. Я, честно сказать, у нее в ногах прямо по плечи такая как серая воронка, которая скручивает. Хорошо. И из нее как такие пары серые выходят. Хорошо, сила моего намерения, эта воронка выходит, отключается полностью вместе со всеми подключками, сопутствующими, выходит из ее биоробота и формирует биополя, тонкого тела, вернее, и формируется перед ней в шар. Она не в шар, вот эта воронка, она в клетку пошла, и вокруг нее еще серые энергии есть. Но она в клетке уже, да? Воронка, или, да. Или вокруг кого серая энергия? Валерии? Вокруг Валерии, да. Хорошо, включаем внутренний белосвет в Валерии. И весь этот свет, вернее, этот дым, что у нее там, дым, ты сказала, да? Ну, он, да, как серый, такие, как облака, но дым какой-то. Хорошо, неплотный. Включая внутренний белосвет и собираем весь этот дым вокруг нее в шар. Да, будет так, и так и есть. Готово. Отлично. Сканер закончил сканирование? Закончил. Ничего нет, да, кроме этого? Но это принадлежит демону, и он стоит рядом, и шар вот этот сформировался, висит. Демон. И какой у нас демон? 30. 30 герц? Да. Он сидит в позе лотоса. Хорошо. Сбрось этот шар серый. Открывая под шаром воронку в галактической дрожь, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. На каком основании 30-герцовый находится в этом биополе? Показывает, какую-то ерунду говорит. Он говорит, я черный генерал. Снимаются маски и голограммы. Демон представится гласно своему эфирному коду ДНК. Демон, я поменьше немножко, но демон 24-й. Ты со мной решил здесь поиграться, демон? В моих руках появляется шар энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Хорошо, у тебя есть выбор или между этим шаром, или я сейчас достану. У меня еще и револьвер есть специальный, демонический. На твоей чистоте. Одни рога останутся, и, возможно, их даже не останутся. Ты что, решил со мной меня играться? Меня убийством пугаешь. Ты демон, действительно думаешь, что можешь убить демона? Ты серьезно так со мной говоришь, да? Ты слышал историю с Вельзевулом? Я спрашиваю. Ты слышал историю с Вельзевулом? Было дело. Вот. Ты сейчас находишься на этом месте, где он стоял. И он ушел на ключи царю Соломону. Потом его обменяли. Так это ради тебя 1000 да. бесов пошла работать. Ради в неизвестном направлении. Ради меня 1000 бесов. О чем ты говоришь? Обменяли его на 1000 голов. На 1000 душ. Каких душ? У бесов нет душ. И каких голов, каких бесов? Куда пошли? Объясни мне. Не хочу его имя говорить. Ему и пошли. Вибрации у них нехорошие для меня. Царя нашего вернули. Еще 1000 бесов. Обмен произошел. Все остались при своих интересах? Все остались довольными? Если не считать 1000 потерянных бесят. Хорошо. Значит, таким образом так это разрулилось. Это решалось на другом уровне, с его согласия. Мы его тоже предупреждали. Хорошо, убираю этот шар, входит в меня. Делаю вторую попытку. Итак, объясни мне свое присутствие здесь, 24-герцовый демон, с этой воронкой и дымом. Как произошла подключка? Почему ты пришел? Кто тебя послал? Или пришел ты сам? Липнет к ней энергия серая. Почему? Вижу, что старается избавиться, но мысли не покидают. Воинственные. Ты хочешь сказать, ты пришел на воинственные мысли, да? В целом, пришел. Что в тебя остановило войти в ее биополе? Там света мало. Света мало? Больше энергий темных, воинственных. Может, ей надо гармонизировать эти энергии, для того, чтобы она была полной. Это Валерия сама должна. Месть, злость присутствует. Да, месть, злость, это, конечно, частоты ваши. Здесь ничего есть не... Есть и ненависть.
О, это страшно. Есть и сила, и желание военных действий. Есть и такое, хорошо. Итак, сколько ты находился в этом биополе? Не я, моя воронка. Хорошо, твоя воронка, которую ты закинул и которая с тобой соединена, сколько находилась в этом биополе? Так произошло. И есть такие люди, они воинственные. К ним притягивается серая энергия. Да. Серая энергия притягивает мои воронки. И направляет, соответственно, притягивает меня и направляет. Вернее, я подсказываю таким людям, где махать мечом или шашкой. Сколько ты находила, сколько эта воронка находилась в этом биополе? Показывает, как воронка ее в разные стороны. Немного туда закрутит, немного туда, потом в другую сторону чуть сильнее отпустит. У него идет 4-5, 4-5. То есть серой энергии 5 дней и 4 воронка. 4-5 дней. Хорошо. Там еще кто-то присутствовал на днях. Она пыталась выдавить из себя все, что ей там мешало. У нее было ощущение, что ее что-то сдавливает. Это был ты? Воронка сдавливала. Это воронка сдавливала. Хорошо, понятно. Сейчас воронки нет, демон стоит в клетке. Давай тогда заправим энергиями Валерию. Посмотри, сколько энергии нужно Валерии, какая частота вибрации. Подожди, демон еще что-то говорит. Слушаю. Расскажу про нее немножко, как я это вижу. Давай. Со своего уровня. Нападение ждет от космических. А про нас совсем забывает. Не видит у нас соперников. Ну, это неправильно, безусловно. Довольно мощный соперник, который она упускает из вида. Хорошо. Видишь, и мы для чего-то пригождаемся. Уроки ну, вам преподаем. Ой, демон, мы тоже вам преподаем уроки. Кстати, что с этими тысячами бесятами стало, которых обменяли на вашего? Даже думать не хочу. Хорошо. Работает на благо его. Царя этого. Хорошо, отлично. Значит, так и должно быть. Во всяком случае, мы его предупреждали 5 раз. Перед тем, как мы перешли к этому шагу, это было действительно обдуманное решение. Хорошо, больше вопросов у меня нет. Вера, давай заправим энергиями Валерию. Посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации. 360 и 24. На счет 3 макушку головы Валерии начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 360% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. И у демона 24 Гц. Воронка посильнее будет. А сколько воронки у тебя, кстати? 32. 32 Гц. Ну-ка, 32 Гц, это действительно серьезно уже, да? Готово. Не все люди держат такие вибрации. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Валерия, демон дал вам полную информацию насчет того, как он зашел, на что он зашел. Безусловно, эти частоты, которые он перечислил, находятся на чистоте демона. Воинственность находится на чистоте демона. Желание воевать и ненависть, тем более, должна быть полностью Месть должна быть полностью искоренена с вашей стороны, потому что никто не сможет ему больше запретить входить, если он видит эти чувства в ваших тонких телах, в вашей душе. Эти мысли не должны там находиться. Должна быть гармония и чистота мысли. А еще он показывает, что воронка, она просто так не зайдет 32-герцовая в человека, иначе человек просто упадет сразу с болезнью. А он показывает, что очень важны вот эти серые энергии, которые прилипают сперва. Они притягивают эту воронку. То есть они как ей путь прокладывают, понижают вибрации, чтобы... Эти синие серые энергии — это именно то, о чем ты сейчас что перечислял. Именно вот эта ненависть и злоба. Да, и на них липнут, как липучки. Ну, это магнит. Все понятно. Хорошо. Значит, на этом тогда и остановимся. Энергия, мы ее заправили. Демон, я тебя отпускаю на твою чистоту. Ты готов уходить? Воронку верни. Не верну. Все, что сюда попадает, уже не возвращается. Или ты, или воронка, выбирай.
Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Демон уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. С того огненную пентаграмму. Под его воронкой открывается воронка в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, Валерия. Ты все поняла, добавлять нечего. Будем тебя возвращать. Все начинается с головы. Если в голове находится воинственность, то она и снаружи находится. И эта серость притягивает демона. Все, вот в двух словах. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Валерии в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.